выявить. Неужели и а где следующая зона? Ну, вот, наверное, нет. Более эффективный способ уменьшить их численность. Ну вот. Я, блядь. Я задала ему ну да. Вопрос. Она? Я не могу активировать ее. Нет, куда вообще? Сейчас посмотрим. Нам на землю. Круто. Не стесняйся. Ладно. Да, подмога в ЕМЗ. Ладно, лети на землю. А, ну в окраине. Угу. Запускай. Бля, а теперь на земле бегаю, осматриваюсь. Mm-hmm. Ага. Нам нужно выманить зона. Опять текстурки. Не уверена, что хочу знать, что может заинтересовать червебога. А. Свет. Грибы. Мы перехватили сообщение Красного Легиона о фрагменте странника, который откололся от него во время нападения Гоула. Зол не сможет устоять перед его светом. Загрузка. Ничего нового. Одержимые блокируют мои сенсоры. Одержимые? Они тоже ищут фрагмент? Неважно, нейтрализуй их. No problem. No problem, да. Ну, что ты? Что я? Че ты? Ну такой, ну ты. Я говорю, ну что ты изи? А. В смысле? А, вот. Он что там был? У него неуязвимость была. Угу. Я поймал сигнал. Фрагмент близко, но он здорово отличается от других странника. Пещерку? Угу. Блять, не успел. Завала. Даже если этот план сработает, как мы победим Зола без помощи Распутина? Не хочу возвращаться к этому разговору. И я уверена, что Распутин — это единственный шанс остановить Зола. Нам нужна Валькирия. Быстро. Мы уже выходили победителями из безнадежных ситуаций. Без один раз. Но со мной, да? Да. Выходили они из безнадежных ситуаций. Ты там это. Раз уж скала, говори бы, кто тебя вывел из этой ситуации.
Одержимые создали щит вокруг фрагмента. И что теперь? А. Сканировать. Мы не можем подойти близко. На орбите Земли наверняка остался хотя бы один военный спутник. Я постараюсь сменить его траекторию. Сюда идут враги. Оставайтесь на месте. Я нацеливаю военный спутник на вашу позицию. Не надо. Понял. Оставайтесь на месте, вас сейчас долбанёт, да? Да. Ну ладно. Военный спутник на позиции. Запрашиваю орбитальную поддержку. Может, не надо там какой-то да. Поддержки? А, ну это они как раз с этими копьями шмаляют. Нет. Ему выстрелить. Я просто попросила. Мы создали Распутина, чтобы помочь человечеству. Он слушается меня. В этот раз он послушался. Но готов ли ты к тому, что однажды он может перестать тебе подчиняться? Какой же ты зануда, а? Схвати фрагмент странника и возвращайся на Марс. Мы объявляем войну Богу. О боже. Трэнс зануда просто. Ага. Так. Ешка. Марс в кратере. Опять на Марс? Надо. На Марс обратно? Угу. Вы чё, мы да, можно. Как ваши дела? Да, нормально? Неплохо. Вроде пока живу. Да. Давай не искать, а? Только если вот по миссиям когда ходим, тогда и ищем. Жопу искать. Не, ну я так, это чисто для себя. Да не, давай запускай миссию сразу. Да, я после записи устал. Костя сон какой-то. Че? Алло. Да, упустить не мог. Да. Надо песенку сменить. Чё? Сам такой же. Ничего не знаю. Ты раздевался? Блин, сразу же спать захотел. Да-да-да-да-да-да. Угу.
Прекрати ты, ё-моё, ну. Зевает там, блин, сидит. У, сука, тут смерть? Да, смерть. Ладно. Смерть! Ты подожди меня, что ли? Две зевашеньки. Ага. Да, я это пока ищу. Че ты меня наеб... Дай! Блин, не прыгай сюда, ну. О, господи. Забрал у Оржейника револьвер КД-6, а его в инвентаре нет. Он, скорее всего, места не было, он к этому. Почтовику дропнулся, надо улететь со странника и прилететь тогда. Если мы найдем место кормежки этого червебога, мы сможем выманить его с помощью фрагмента странника. Я просканировал территорию и нашел пещеру, ведущую к одному из туннелей Зола. Ага. Завала, послушай меня. Я изучила журналы Распутина. Даже он с трудом победил Зола. Это не меняет суть дела. Мы остановим Зола и без помощи военного ИИ. Мы не знаем, на что еще способен Распутин. А, загрузка. Стражи, я отмечаю странные помехи. Да? Не знаю, что они значат. Ну да, минут 20 уже. 50 назад. Ну ладно, 50? Может, да. Я смогу понять, что значит. Го проверим. Кого? Ну, в эту. Можно? А, тут не написано. Угу. А если вот эту? Нет. Обидно. Ну. Опа, еще одна. О. Пустота. Электричество. У меня пустота. А, походу, она обычная. С любого оружия можно убивать. Окей. Неплохо. Еще один колдун. Помехи усиливаются. Теперь они образуют ритм. Сейчас, погоди. Ты тоже его слышишь, Анна? Нужно больше данных, чтобы сказать наверняка. Но да, возможно, это какой-то шифр. Пока. Сюда подойду, посмотрю. Блин, вот это вот не просто так. Опа, а что такое? А, это на осмотр. Нормально, фанатик, часть 2. Вот тут, где вот, чё? Вот тут вот лежал. А, вижу, 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 вижу. Угу. Ты куда там? О, а еще одна, кстати, шкатулка. Да. Форсирующая частота. Да. Тут получается каждая форсирующая частота на определенная. Походу, да. Да, все эти ищу, блин. Я говорю, просто не просто так тут такой выступ. А, поехали дальше. Ну. Сейчас все равно мы эту шкатулку. Еще может какую-нибудь карту найдем, да? Ну да. Я говорю, в крайнем случае Google в помощь. Ну. Нормальный щит. Классный. Дом. Кристаллы полны энергии. Наверное, с их помощью они собирают энергию для Зола. Эта реликвия полна нестабильной энергии. Попробуй бросить ее в кристалл. Именно так.
А ты, кстати, проходил Марс? Ау, нет. То есть ни одно из авангард на Марс ты не проходил? А, авангард не... Да. Ну как, только ой, сейчас. О, есть еще одна. Вижу. Пустотная. А, пустотная. Че? Да? Кажется, бойцы Улья времени зря не теряли. Дай потестить. Двигайтесь дальше. Судя по нашим сканам, впереди есть комната, где встречаются все тоннели. Наверняка это и есть место кормежки Зола. Наверное. Почему нет? Бада-бум, биг бада-бум. Только посмотри на эти туннели. Блин, мощно. Зол достиг колоссальных размеров. Значит, он сильнее, чем мы думали. Тут вроде нету. Ну ладно. Ну да, и наверху там ничего нет. Блять, я не долетел. Обидно. Да, резко. Тут одна секунда. Страж убит. Тебя резать? Ты что-то лагаешь. Тебя резать? А, это у меня. Алло. Да, я тебя слышу. Лапси. Я тебя слышу. Морис, блин. Алло. Я тебя слышу. Вот. Сервак русский. А. Лагает. Нормально. Он Европу сменил. О, маленький они подарок выполнен. О жреце по имени Нокрис, которого обвинили в ереси. Что Улей может посчитать ересью? Что-то связанное с воскрешением. Ну давай, прыщи еще на меня, блин. Еще охренел. Ты. А. Да. Он поставил, а я его убил. В этот момент. Нормально. Что-то вроде священного места. Блин, они опять зацепил. Для Зола подношение. Надо уничтожить их как можно скорее. Ладно. Я по левой стороне, то тут есть один рыцарь. Да, но надо ведь эти снять сначала. Ну да, три. Нет, сначала рыцаря убивать, с них падают кристаллы эти реликвии. А, во. Я его пока бачу на себя. Да, там уже убил. Вон, второй у тебя наверху. Где? Где? Ну, справа, по правой части. А. Минус. Давай. Все.
Просто две ракеты. А? Это лисенок? Да. Сука. Так, ща, погоди. Место его кормежки прямо под нами. Я завершила дешифровку помех. Ака, Эйр, Юл. Все-таки надо разрывную Раш, поставить. Имена. Древние могущественные имена. Мы не предполагали, что... Что было? Она. В смысле? У тебя звука не было никакого? Ну, то, что какой-то крик. Ну вот, да. Да. Мы в улей спускаемся. Ну, это понятно. Изысканное окно. Чё? 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 У-ху! Ау. Напрыгался? Нет. То, что звук этот был. А. Ультразвук, да, вот этот? Вот после вот этой вот миссии мне как раз да. Это дали как, корабль. А-а-а. Это не зол. Лови. А он сейчас все равно в барьере будет. Кстати, это рано ульту. Да, он сейчас в барьере будет. Да. Ну пофиг. Ну теперь нормальный топ. Есть. Контракт выполнен. Нормально. Сейчас стреляй, да, начнет. Ну, пускай стреляет. А потом еще и ходить будет. Стрелять. В щите, блин. Ужас. Вон он, справа. Угу. Я обычно не займусь. Окей. Да, блядь. Чё, лови. Всё. Дых-дых. Ага, одной попал. Вторая в портал улетела. А, ну да, вот он. Горит потихоньку. Блядь. Сука. О, все, сейчас, блядь, начнет сходить. Жалко, так тут даже дело. О, фиолка. Супер агрессия. Контракт. Слева там, по идее, да, должен? Да. Вон там, в центре. Там можно разместить фрагмент. Нормально. Заебись, камера дрыгается. Угу. 3D-шный эффект. Ага. Наверх посмотри. Сзади тебя.
Здорово. Нас двое. Да. Ждет вечная тьма. Сомневаюсь. У меня светло. Да. Ага. Поглотит бездна. Ой, да всех она поглотит, ну. Рано или поздно. Ну. Испугал. Страж. Страж, где ты? Вот смотри, ты говоришь. То, что меня поглотит тьма, да? Смотри. Опа! Включился свет. О, триумф выполнен. Что за налет дают, да? По-разному. Если Распутин умрет, от синки до экзотики. Да. Зол победит. Ну ладно. Я не доверяю военному ИИ, но нам необходимо устранить зола. Будем бороться вместе. Что скажешь, страж? Ладно, говорил. Еще одну нашел. Прямо у входа. Да? Угу, слева. Да. Я еще гружусь. Угу. И еще одну. Что за... А, это огненная. Угу. А первая на сколько? Обычная. А. А, это с этого скопья надо убивать. А. Окей. А, хотя нет, это не то. Это обычно это. Где от входа? Слева наверху. Но нету. Открытых? Угу. Че, я начинаю? Да, начинай. А, ну вот, это как раз миссия на Черри Бога. Да? Угу. Блин, а теперь каждую лампочку нахрен проверяю. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. А, ну да, вот она. Там зол рвет на куски нейронную сеть. Защитить Распутина, да. Если он повредит ее... Может начаться цепная реакция, которая уничтожит все живое на Марсе. Молодцы, здравствуй. Как бы там ни было, у нас осталось только одно преимущество. Валькирия. Я никогда не смогу доверять Распутину. Но нам нужна любая помощь для борьбы с золом. Даже оружие, управляемое военным ИИ. Thank you.
Оказалось. Свет обычный. Ну что, ты едешь? Да я все это осматриваюсь. Вроде мир открытый, можно будет в любое время сюда вернуться, но что-то как-то неохота потом возвращаться. Одна по пути прям. Да? Угу. А, ну что, как день прошел? Да хорошо, в принципе. Ну. Что-то я не вижу. А. Ладно. Если мы перегрузим реактор Распутина, мы сможем использовать лишнюю энергию для заряда Валькирии. Это наш единственный шанс противостоять зову. А Зол это вот это, видимо, командор в фисташковой броне, помнишь? Ну. Это же снайпер. Убегал там. Ну, тут мы уже знаем, что делать, да? Ну, тут, да. Но... Да так же. Уровень энергии ядра растет. Поиграли в СЦП. Рост может привести к критическому сбою. Даже всему тихо. Персоналу следует немедленно инициировать протоколы безопасности. Помните, безопасность превыше всего. Казалось? Казалось. Ладно. Там жить хочешь? Да. Ты шустрый. Смотри поближе. О нет, без рабочего стабилизатора нейронной сети пришла этому... в критическое состояние. Я постараюсь ее стабилизировать. Блин. Держи оборону. Закрылась. Дверка. Салют! Угу. Ну ладно, уговорили. Давай. Пора выковать новую Валькирию. Ну-ка, дай-ка твой лут посмотреть. Ты идешь там? Сейчас, погоди. Есть еще одна. Где? Наверху. Обычная? Да. Есть? Все? Что? Ну, вот. Видишь, у тебя какой, а у меня вон другой. Ну, это другой, да, у меня есть такой. Это укус гадюки или что такое? Укус мышейка. Во, да. А, и тихая беда у меня. Но у меня вот сейчас он называется... Сквозь огонь и воду. У меня он сейчас тихая беда. О, улучшенное ядро.
Сейчас бы очень пригодилась Валькирия. Угу. Получилось. Почти. Но зато Валькирия готова. Ай-ай-ай-ай-ай. У меня ни гранат, ни ульты нету. Нужно кинуть Валькирию в реактор. Зато есть Валькирия. Давай. Где? А, я думал, тебя там. Валькирию кидай в реактор. Ага. Быстрее, пока она у тебя еще есть. Все, хорош. Обнаружено расплавление активной. Странно. Когда налет проходили, здесь еще боссик мелкий спал. Ну он просто, видишь, налет это типа усложненная эта миссия. А, ну да. Переполнена энергией. Мои датчики зашкаливают. Давай, что, я беру, погнали. Ща. Да, поехали. А лук тебе не упадет, Сань, так сразу. Да. Он Гермита вон только недавно выпал. Да. Я вот не помню, ты 50-й апнул до или после лука? Какой? 50-й. После. А, нет, до. А что там 40 метров? А, типа... Это копье, да. Стоец. Это что было? А, показался. Телепортация к союзникам Херакс. Отмена. Вроде ничего нету. Ну, вроде да. Не, блин, интересно вот так ходить, смотреть. Ну. Годя, у меня... А. Да, все, вроде нормально. Здорово. Давно здравствуй, не Херовик, виделись, да? Здравствуй, здравствуй. Никогда не видел юный такого друг. Сильного существа. Иди сюда. То биг пизда. Кстати, надо будет посмотреть в этом, в NVIDIA, вчерашний момент. Скажи, Ага. Он подгорает немного. Угу. Открой рот. Летит самолет. Ну, попал. Все. Да, у него неуязвимый, да. Ага. У меня патрон всего 600. Ну, привет. Ой, фёлка. Тихая беда выпала. Нормально. Кто там говорил, что лук не падал, да? Так я сейчас с ней хожу. Прыгай, да, прыгай. Я возьму Вальку. Окей. Не знаю зачем, но ладно. Салют! Поверить не могу. Ты это сделала! Кирпичок! Это наша общая заслуга. Да ладно? Теперь мы с тобой одна команда. Чушь-то. Хрен, какой-то зеленый. Смотри. Ну вообще. А мне лук не выпал, а тут Херакс. Ага. И выпал. А, 504 силы, ну такое. Потому что эти луки, они эти... Фиолки. Из коллекций. Ну да. Фиолка и из коллекции. Угу. Так, они видео, просто да. Так не падают. Заставочка. Угу. Почему у меня шлем сняли? Я хочу быть в шлеме. И прическу такую хочу своим персонажем. Угу. А кстати, слышал, нет? Типа, можно переносить с первой Destiny персонажа во вторую. И в чем прикол? В первой Destiny персонажи намного были красивее, чем во второй.
То есть тут он... Да, да, тут скудный выбор. Ну, для первой Destiny нужна плойка. Угу. И на ПК ты его никак не перенесешь. Это еще что такое? Фига себе. Семейство Брей сделало меня всесильным спасителем. А Авангард хотел использовать как простое оружие. Сосай, слышал, да? Да-да-да. Покончено. Теперь моя судьба в моих руках. Ой. Мой взор устремлен на всю систему и дальше. Ну вообще дабстеп. Да. С этого дня я буду оберегать человечество на своих условиях. Я? Распутин. О. Я Распутин. Страж всего сущего. И мне нет равных. Сложа маги, да. Что мы наделали? Не бойся. Мы справимся. Че, теперь против Распутина будем воевать? Ёбу дали, блядь. Не, ну а чё? Червебога отпиздили, этого первого босса отпиздили. Чё бы против... Первый босс, он такой, знаешь, против червя как такого. Ну. Шеф. Их ленты дальше. Чё, знаешь, сейчас в магазин пойдёшь? Угу. Я пойду курить. О, спинка. Что-то у меня аж прям спина еще и заболела. Ох уж это червебок. Червячок, блин. Я тебе так скажу. Я такого червя каждый день вижу. Что? Ну. Я сам буду. Типа, чему что сам? Опа. Еще одна. Что? Ага. Следующий паблик. Есть. На что? Обычное. Но он далеко. А я что, сам буду? В смысле? Проходить это все? Но можешь нас позвать. Ну, у него вообще-то не куплено. А, ну да. Не, ну если купит, типа спрашивает. Осторожно, к вам приближается еще один впускной механизм. О, открытое. Я слышу. Ну, а далековато. Все равно, в ту сторону. Вот ты тогда, эту, наверное, не разрушишь. Ах, я потом потеряю ее. Так, где она? Далеко. На дамбах. Где? Вон там он. Где? Вот где. Ты на середине видишь? А, да. Да, вон там. Неуязвимость. У меня обычно. Электричество. У меня с обычного. А. С обычного. У меня лук пустотный. Блять. Сорян. С обычного. Окей, берем пустотный. Есть? Да. Отлично. Погнали, 130 метров открытые. А, здесь сетован. Надо по движкам стрелять. Каким движкам?